Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно получать практически бесконечные деньги на донат в игру Point Blank. То есть, как вы видите, сейчас на моем аккаунте 1080 рублей и 23 копейки. Как мне это удалось? То есть, чтобы вы видели, что это не фейк, обновлю страничку. Вот. 1080 рублей 23 копейки. Как мне это удается? Зарабатываю я на сайте SalesPrint. Вот этот сайт. Сейчас на балансе у меня 6 рублей, но это только потому, что сегодня я деньги уже выводил. Сейчас я вам это покажу. Нажимаем получить деньги. 6 рублей 4 копейки. Нажимаю WebMoney. То есть прикреплена у меня платежная система WebMoney к этому сайту. Нажимаю вывод. И мне пишет, что вы уже вводили средства в течение последних 24 часов. Да, действительно, деньги я сегодня уже выводил. Чтобы вам это как-то доказать, сейчас покажу историю выплат с своего кошелька WebMoney. То есть сейчас на нем 104 рубля 67 копеек. Последняя операция. То есть сегодня, вот, 28.02.2013. 17.43 время. Вот, я выводил 20 рублей, но с комиссией получилось 19.95. То есть также вы можете видеть другие выплаты. 20 рублей, 30 рублей и так далее. То есть сейчас времени у меня немного, но вот 20-30 рублей мне удается получить буквально за несколько минут, это 20-30 минут. Вот. Основные, что еще хочется сказать, основные виды заработка на этом сайте. Во-первых, это серфинг сайт. Сейчас он недоступен, не знаю почему, так же как и письма. То есть буквально вчера было все отлично. В серфинге появлялось около 300 ссылок оплачиваемых, то есть кликнув на которые вы получали деньги. Письма также, писем поменьше, около 50 за день, но за них вы получали уже еще больше. Также тесты, сейчас два доступны теста. За них вы получаете еще больше, чем за сайт, за серфинг, за чтение писем. Извиняюсь. Вот. Что нужно сделать, чтобы пройти тест? Вот вам здесь будет сайт в описании дан, зайдя на который, вы сможете найти ответы на вопрос теста. После этого вы выбираете эти вопросы. Ну, то есть, я не знаю, я наобум поставил, отправляете отчет. То есть, я вот провалил тест, то что ответ наверняка были неверные, но если вы посмотрите на сайте, вам все удастся. И деньги будут зачислены сюда практически мгновенно. Также выполнение заданий. Это самый оплачиваемый вид заработка. Здесь что хотелось бы показать. То есть сейчас покажу задания, которые я сам выполнял. То есть он находится на проверке, то есть я их сегодня выполнил, я уже вывел 20 рублей и еще около, ну, 12 заданий у меня находится на проверке. Ну, примерно они по рублю, то есть за каждое. То есть когда проверить, у меня будет еще 12 рублей здесь, чуть больше, то что тут рубль 10, вот рубль 5, ну то есть 13 пускай рублей еще. Почти опять же 20, то есть в день это уже получается 40. 50 рублей, то есть спокойно. Единственная загвоздка в том, что выводить деньги можно только один раз, так что не стоит разбрасываться по мелочам. Один раз в день. Вот, деньги я сегодня уже выводил, так что, к сожалению, продемонстрировать вам не могу сам процесс. Вот, то есть задание вполне реально выполнить. Я на это потратил буквально, ну, полчаса, не больше. И 40 рублей, то есть за полчаса это довольно-таки неплохо. Если посидеть пару-тройку часов, то можно вполне 100-150 рублей
заработать за день. Сами понимаете, это неплохие деньги. В Пойнтбланке можно просто раскидывать всех подряд. Там 132 хп, броня, то есть клоунские маски и все такое. Стоп оружие. Вот. Ну, какие здесь есть задания? То есть задания не все порублю, конечно. Есть очень дорогие задания. Вот, например, 550 рублей. 250, 330, 400 рублей. То есть и так далее. Заданий очень много, самых разнообразных. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Да, чтобы вы видели, что это сайт, ну, не кидает. То есть можно посмотреть вот историю выплат. Здесь показывается последние 50 выплат. Как вы видите, то есть 30 рублей, 3 рубля, 10, 8, 9, 42. То есть люди действительно выводят с этого сайта деньги, что я вам тоже на вебмане показывал. То есть вот SalesPrint сайт. Вот здесь вот написано. То есть сегодняшняя операция сайт SalesPrint. SalesPrint, как вы видите, тоже называется сайт. Вот. То есть никакого кидалова, деньги выводятся моментально на WebMoney кошелек. Без задержек абсолютно. То есть максимум задержка, ну, 20 секунд, 30. Все. А там уже с WebMoney кошелька вы спокойно сами, наверное, вам не нужно объяснять, как выводить деньги с WebMoney кошелька, то есть непосредственно на аккаунт Coinblock. Вот. Не играю я в эту игру уже пару недель, то что времени не хватает, поэтому я не буду забрасывать сюда сейчас деньги, то есть, ну, я думаю, мной все сами знают, как это делается. Вот. Что еще хотел сказать? Вот, за сегодня было выплачено 75 тысяч рублей. Как вы видите, это довольно-таки неплохие деньги, сайт действительно платит. Вот, ссылка на регистрацию будет под видео в описании. Зарегистрировавшись, нажав на эту ссылку, вы попадаете на сайт, и там будет большая зеленая кнопка регистрации. Вы на нее нажимаете и заполняете там то, что от вас потребуется, ну, то есть стандартная регистрация, и заходите. После того, как вы войдете в свой аккаунт, у вас здесь будет статус «Прохожий». У меня рабочий, у вас будет прохожий. Вам нужно его срочно будет менять на тоже так же рабочий. Преимуществ у прохожего нет никаких. Он может выводить в день только на в день. Даже не в день, раз в 10 дней он может выводить по 2 рубля только буквально. Но это смешно, конечно. А рабочий может каждый день до 500 рублей выводить с этого сайта. Как это сделать? То есть нажимаете кнопку «Мои личные данные». Я нажимать не буду. То что, ну, личные данные распространять не стоит. Нажимаете, от вас там потребуется заполнить поля определенные. Ну, это буквально там пол, ваше положение семейное, женат, не женат. То есть, и самый главный номер вашего телефона. Многие сейчас подумали, а очередное кидалово. Нет, все абсолютно бесплатно. Вам не нужно будет отправлять никаких платных смс-ок, ничего. Вы просто вбиваете номер вашего телефона, и вам приходит смс с кодом активации. Вы вводите его, и все. То есть, никаких денег вы не потеряете. Вводите этот код, нажимаете «Сохранить». И все, ваш статус сменится на рабочий. Ну, в общем, вот от меня, если вы зарегистрируетесь по ссылке под видео, вы будете получать еще дополнительный процент. То есть процент будет зависеть от вашего статуса, рейтинга, точнее, не статуса. Сейчас он у меня 12. То есть, как начисляется так называемый рифбэк? Он начисляется в процентах
Ваш рейтинг, умноженный на 2. То есть мой рефбэк сейчас 24%. Что такое рефбэк? То есть, к примеру, вы заработали рубль, и я с каждого своего заработанного рубля получаю еще по 24 копейки. Если ваш рейтинг будет, к примеру, 40, ваш рефбэк, естественно, будет составлять 80%, из каждого вами заработанного рубля я буду платить вам еще по 80 копеек. То есть, сами понимаете, вполне неплохо, практически в 2 раза. Но чтобы набить рейтинг, вам нужно будет усердно работать. Ну, в общем, вот. Ну, как вы видите, действительно система работает. То есть это не чит никакой, вас не забанят, ничего, все абсолютно легально. У меня, видите, 1080 рублей. Кто-то, может, сейчас начнет кричать, что да, просто закинул, сходил через терминал, там не знаю как-то. Но согласитесь, что кидать 1000, даже больше собственных рублей на игру, это, мягко говоря, не совсем умно. Но, в общем, думайте как хотите. Я вам показал. Под видео ссылка, регистрируйтесь. Также там будет мой скайп. По всем вопросам можете смело писать мне в скайп. Как смогу, отвечу. То есть регистрируйтесь, зарабатывайте и становитесь отцом Point Blank. Всем спасибо. По всем вопросам в скайп, либо в комментариях. До свидания.